Здесь можно увидеть подлинное кавказское оружие 19-го столетия. От пажеского корпуса до генерала кавалерии. За свою военную карьеру Николай Святополк Мирский участвовал в Крымской и русско-турецкой войнах. Командовал пехотными полками. Отличился в боях под Плевной и на Шипке. А прославился организацией броска через Балканы на помощь корпусу генерала Радецкого, руководившего обороной Шипки, стратегически важного горного перевала в Болгарии. Атаманом он был назначен, когда завершил свою военную карьеру. За эту карьеру он участвовал в нескольких войнах, в том числе и в последней русско-турецкой войне. И вот здесь на выставке можно увидеть уникальные предметы из фондов нашего музея. На Черкасск князь Святополк Мирский прибыл в 1881 году. Занялся лесным хозяйством и учредил 5 степных войсковых лесничеств. Открыл войсковой питомник, засаживал степь деревьями. Число станичных и хуторских школ при нем выросло вдвое. Открылось атаманское техническое училище, отстроено здание Мариинского Донского института благородных девиц. Новые помещения получил Донской музей, областная аптека, управление окружного атамана. Устроено Донское военное собрание. На посту войскового наказного атамана войска Донского князь Святополк Мирский был на протяжении 17 лет, что сопоставимо только с продолжительностью нахождения на посту атамана Матвея Ивановича Платова. Выставка в Новочеркасском музее открыта к 185-летию со дня рождения атамана и 120-летию со дня смерти. Анастасия Концева, Юрий Санкин, Дон-24, Новочеркасск.